Дорогие братья и сестры, у нас уже четвертый день красится храм. Сегодня только до часа, потому что у нас вечерня. Готовимся к празднику, покровы Божьей Матери. Хоть у нас и ремонт идет в храме, но мы решили с батюшкой украсить голубой цвет, чтобы было празднично для прихожан, для людей. Потому что как не... Ну это ж покров Божьей Матери. У нас просто ремонт в храме идет. Сегодня до обеда женщина покрасит. А уже после обеда будем храм мыть, убирать все. У нас новое все есть пошито. Но мы нашли вот такое старенькое, чтобы застелить все-таки по храму Божьей Матери, чтобы было празднично. Как без голубого. Даст Бог, надеемся, будет помощью, что уже другой праздник он перейдет. Все покрасится. Это вот идет только за первый раз. Вот четвертый день. Женщина красит четвертый день. И уже вот видно, вот какая его красота. Вот даже видно, как вот здесь все. Это не крашено, а вон там. И вот прядочку. Сразу видно. Конечно, они белые, но серые. И когда он высохнет, и еще раз показать, что мы будем верно красивых нам. А то, знаете, дорогие друзья, мне уже на эту черноту, у меня уже аллергия просто. Я уже не могу смотреть. Это ж не только вот это 4 месяца, это мы все отмываем, моем, чистим, красим. А до этого это был в черном храме мы служили. Нужно красить, чистить храм и не допускаться до этой ситуации, чтобы было все чисто. Красиво. Ну, с Божьей помощью там и покрасим. Хотела, дорогие братья и сестры, уже порадоваться. Уже наша швея, вот, я вам хотела показать. Это вот бабочки, детка, мальчикам красиво будет, как вот пошили. Смотрите, как красиво. На резиночке. Вот, смотрите, какие бантики все. Это мальчикам. Для воскресной школы. Это вот наши шарфики. Ажур, мы покупали ажур, вот, 10 на 10 девочек. Ну, если что вдруг, то в епархии еще есть такой материал, то будем бы заказывать. Ну, 10 шарфиков. Очень красиво, очень нарядно. Хочу вам один продемонстрировать, вот как это все будет нарядно, красиво. Ну, дорогие братья и сестры, это ж на детей будет красиво, это ж не то, что я старая уже. Куда же? Дети, они маленькие, цветочки. Ну, это ж... Ну, зато будет красиво. Ну, кто как завяжет, или вот так детки вы завязывают. Или кто хочет завязать вот так перед собой, кто как завяжет, знаете. Но все равно он будет нарядный, красивый. Или вот так, кто как завяжет. Вот этих уже пошили мы с Божьей помощью. Сейчас с Божьей помощью наша швея очень красиво шьет, дает ему здоровье. Она уже начала шить костюмы. А это вот наши платочки все. Вот смотрите, сколько. Как красиво. Мне писали, в одноклассниках, что не будет красиво с косовейкой. Посмотрите, как красиво. А на детях как это будет красиво. Вы просто не представляете, как это будет все красиво. Вот каждый ребеночек, вот это все затягивается на резиночку. Это ж детки, они ж маленькие, все красиво будет. Вот здесь все. Как будет? Косыбейка, смотрите, как косыбейка красивая. Это затянется, это завяжется. Вот. И будет очень красиво. И когда вот эти еще будут, их не сарафаны, блузки с такими рукавами. Это знаете, как будет? Вот так будет все. И вот таких мы нашили, 10 тоже, на 10 девочек. Вот хватило материала на 10, вот, смотрите, во сколько. Вот, это все они здесь пошили уже. Мы легенько их, легенько отпарим, утюжком отпарим. И есть такие манекены, просто голова. И вот все платочки я хочу отпарить, и чтобы они были все на одном манекене. Ну, представьте, дорогие братья и сестры, если я вот так на манекен все накину вот там, они будут лежать, они не будут мнуться. Вот так держать нельзя, вот эти платочки. На одну голову все повесим, и все. С Божьей помощью нам будут делать шкафы. Вот эти все шкафы мы положим, вот эту всю одежду для воскресной школы. С Божьей помощью начался уже у нас ремонт храма, красим храм. И мы очень вам благодарны людям, которые отвлекнулись, отозвались.
видно, где вот это было очень черное, вот здесь. Видно, вот где иконы, даже иконочки были, оно так и остались. Вот. Вот это. А здесь уже покрашено у нас. Вот, покрашено. Первый раз, оно видно, первый раз. А тут уже вот видно, где начинается, уже не, совсем не крашено. Эту стену мы начинали с нашими детьми, Серафим и с батюшкой. 4 месяца назад мы начинали вот это мыть. Аж не верится, мы тряпками. Это все черное, как раз детей каникулы были. А теперь, конечно, белый такой храм стоит, еще высохнет, завтра еще посветлее. А вот сейчас вот Лариса красит вот возле Богородицы, вот смотрите, сразу кусочек, вот она там и видно, вот это. Вот это и вот это видно, смотрите, какой тон, там видно, там черный. Когда высохнет, будет светлее, а когда еще она, Лариса, другой раз покрасит, он вообще будет белый. Но беремся терпение, Господь управит, поможет, потому что еще нас ждет купол. А на следующий год будем делать полностью ремонт храма на улице, потому что тоже храм нуждается в ремонте. Весь сыпется, штукатурка посыпалась, все отпадает, и нужно сделать храм. Вот сейчас мы вот иконочку принесем, потому что хоть и ремонт храма идет, сегодня вечерний, хочется как-то приукрасить.